Naham vivemiti ati bhayanakasya Naham vivemiti ati bhayanakasya Jyohar kanetra bhukuti ravaso gradanta Antasrajaha khatajo sankukarnad Nirhad abhita digbhadri bhinnanakagra Trasto asmi aham kipanavasyalo dusahagro Sangsara jakrakadanad grasatam panitam Naham vivemite ati bhayanakasya Jivhar konetra bhukuti ravaso gradangsta Antasrajaha khatajo sankukarnad Nirhad abhita digbhadari bhinnanakhagrad Trasto asmi aham kipanavasyalo dusahagro Sangsara chakrakadanad grasatam pranitam. Гаудия Goshtipati Sisilo Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told that logic from logic Шрила Прабхупада сказал, что если мы будем пытаться понять абсолютную истину с помощью логики или каких-то аргументов, то это будет все бесполезно. Если мы хотим принять прибежище у логики и аргументов для изучения абсолютной истины, то тогда мы не сможем осознать и понять эту абсолютную истину. Это главное. И вот те обусловленные души, они пытаются избавиться от различных проблем. Но Прахлад Махарадж говорит: «О Господь, он Нрисимхадев, я не боюсь твоего ужасного образа Нрисимхи, который очень страшен». Прахлад Махарадж говорит: «О Господь, я не боюсь твоей Нрисимха формы». И хотя Брама, Шанкар, они очень боятся твоей этой ужасной формы Нрисимхи, но Прахлад Махарадж говорит: «Нет, я не боюсь. Но я боюсь эту материальную самсару. Эта материальная самсара, она более страшна для меня. Эта материальная самсара настолько опасна». И вот до тех пор, пока мы не примем прибежище у апокрита Шабда Брамы, и вот до тех пор, пока мы не примем прибежище у трансцендентного звука, мы не сможем освободиться от этой самсары. Так или иначе, эта самсара, она принесет нам какие-то проблемы, которые могут стать причиной нашей смерти, и поэтому Прахлад Махарадж молится Нрисимхадеву: «О Господь, fearful this spiritual samsara mind». Actually, point is that Гаудия Матха, Prabhupada speaking, и вот Шрила Прабхупад говорит: «Гаудия Матха — это трансцендентный госпиталь». Гаудия Матха — это трансцендентный госпиталь. Он подобен этому, и можно вспомнить в 11-й песне. Мы находим, что это материальное тело, мы можем потерять его в любой момент. И это очень и очень редко, что мы сможем встретиться с чистыми вайшнавами. Это очень и очень редко. Это материальное тело, оно не вечно, и мы вскоре его оставим. Но если мы в процессе своей жизни можем встретиться с Апакрита Саду, с такими настоящими святыми, и у нас будет возможность слышать трансцендентный звук из их уст, и без такого трансцендентного звука Апакрита Шабда Брамы, не приняв прибежище у него, мы не сможем выбраться из этого материального мира. И вот суть в том, Прахлад Махарадж, он говорит, я уже говорил вам, что Прахлад Махарадж говорит, что трансцендентный звук, у нас нет способности услышать. Имеется в виду то, что из-за того, что мы не можем слышать этот трансцендентный звук, из-за того мы находимся в таком плачевном положении. И если по милости Гуру Вайшнавов мы сможем услышать этот трансцендентный звук, мы сможем отличать трансцендентные звуки от материальных, то тогда мы сможем выбраться из этого материального мира. Шрила Прабхупад говорит, что это Гаудия госпиталь, и в этом Гаудия госпитале все Гаудии, те такие великие преданные, как Шрила Прабхупад, Кешава Госвами Махарадж, они пытаются исцелить нас, но материалисты, они не понимают этого. Они не понимают, какое благо Гаудия Матха он может даровать этому материальному миру. Но с другой стороны, у таких людей есть какая-то зависть. Они спрашивают, что делает Гаудия Матха. Гаудия Матха, конечно, не видно, чтобы он делал что-либо полезного для общества, а мы тут вот что-то делаем. А что Гаудия Матха делает? Многие не могут понять этого. Шрила Прабхупада, он написал одну статью, в которой говорит, что Гаудия Матха, он дарует такое благо всем душам. В материальном мире те различные общества, которые находятся в этом материальном мире, они пытаются что-то сделать для этого материального мира. Они пытаются служить материальному телу и материальному уму тех обусловленных душ. Но Гаудия Матха, он дает благо душе, духу. И Шрила Прабхупада, он говорит, что это Гаудия госпиталь, в котором у нас есть свободные места. В этом Гаудия госпитале у нас есть какие-то свободные места. И мы определяем каких-то пациентов по этим местам. Если есть какие-то достойные люди, которые хотят исцелиться, они могут прийти. И Шрила Прабхупад говорит, уже есть какие-то пациенты в нашем Гаудия Матхе. Вот есть, например, кто-то пришел с болезнью материального существования и склонностью к каким-то материальным наслаждениям, и еще бывают такие люди, которые только пользуются какими-то удобствами Гаудия Матха. Есть еще какие-то, которые очень гневаются, которые полны вожделения, и это различные симптомы этих больных, которые находятся в Гаудия Матхе. А те гаудии, которые есть в этом Гаудия Матхе, они настоящие преданные гаудии, они подобные целителям, докторам, они пытаются исцелить их болезни. И вот через трансцендентный звук шабда Брама они пытаются их исцелить. И вот таким образом сегодня или завтра эти люди смогут исцелиться или обрести какое-то благо, по крайней мере. И вот сейчас мы возобновляем наше обсуждение Бхагават-гиты. Арджуна, он спрашивает различные вопросы. И вот он спрашивает Кришну. Up to which point we discuss, you can remember. You can remember up to which point we discuss. Chapter 2, actually, 45 number sloka. И вот 45-я шлока, 2-я глава. Или нет, ну какая-то глава. И вот те обусловленные души, у которых есть различные материальные желания, склонность к наслаждению. И вот люди, если они слишком поглощены наслаждением, то их сознание, оно опускается. Logic. Vyavasartika buddhi samadhona vidhiyate. Vyavasartika buddhi samadhona vidhiyate. Vyavasartika buddhi samadhona vidhiyate. Actually, и вот в Ведах различные привлекательные плоды описываются. И они для чего? И вот те, кто склонены к наслаждениям, то они не могут успокоиться и начать совершать настоящий баджан. И вот Бхагаван Шри Кришна дает совет Арджуне. О, Арджуна, из-за трех гун материальной природы, эти гуны материальной природы, все из-за их влияния наши органы чувства не могут понять только какие-то простые материальные наслаждения, но чтобы продвигаться в духовном, мы должны избавиться от влияния материи и этих трех ее гун. И когда наш ум, он сможет достичь такого состояния умиротворения, данда значит данда значит спор какой-то. Какая-то нерешимость. И вот Кришна говорит: о Арджуна, пытайся выйти из-под влияния трех гун материальной природы, достичь уровня беспристрастности, и тогда на этом уровне беспристрастности ты будешь безразличен ко всем проявлениям этих гун материальной природы. И вот нитья саттва значит саттва гуна, она раджа, тама, саттва. Они обычно находятся в какой-то смеси, и любая обусловленная душа, они не бывают чисто саттва, саттвичных людей, тамасичных или раджасичных. Они, как правило, всегда, эти гуны находятся в какой-то смеси. Но Арджуна, Кришна говорит о Арджуне, и вот он говорит, что нужно общаться с теми саду, которые уже достигли духовного вечного мира. Jogokhema means actually what you have already, you like to protect it. Krishna can give protection. What you already have, what you don't have, you are expecting. Or Krishna, only Bhagavan Sri Krishna can take the responsibility to protect Jog and Khem. No other demigods are gods. Jogokhema. So Krishna speaking Nirdando Nitto Sattvasto Nirjogokhema Atmavan Tattvaiguna Vishaya Veda Nistroiguna Bhavarjuna Nirdando Nitto Sattvasto Nirjogokhema Atmavan. Atmavan means you try to concentrate your mind. Атмаван значит, что мы должны сконцентрировать свой ум и найти душу внутри себя. Вот эту шлоку Шрила Бхактивинода Такур объясняет очень подробно. И вот 46-я шлока. Таван сарвешу ведешу брахманасо вьянатах. Джаван артхо удапани – small source of water. If you have one source. И вот в этой шлоке говорится, что если у нас есть какой-то небольшой источник воды, то много ограничений есть. Например, если мы в какой-то воде стираем одежду, то пить ее уже не будем. И готовить до ней тоже. Но если есть какой-то большой океан, скажем, или озеро хотя бы, или море, то в этом водоеме эту воду можно использовать для любых целей. То есть там можно и стирать, и пить ее же, и готовить на ней. Ямовини принимать и прочее. Если у нас какой-то бассейн с водой или бочка, то эта вода уже не обладает такими качествами, как большой водоем. И вот в Ведах различные эти в Ведах описываются различные последствия от поклонения тем или иным полубогам, но наивысшая цель Вед — это показать Кришну. И это цель Вед — это показать лотосные стопы Шри Кришны нам. И вот Кришна говорит так в Гите. И если мы заинтересованы в том, чтобы совершать Кришна Баджан, то тогда все различные цели, которые описываются в Ведах, они предназначены для обусловленных душ. И если, поскольку эти обусловленные души, они не будут вдохновлены совершать что-то хорошее, если они не увидят какого-то ощутимого и привлекательного результата для них. Как, например, кто-то хочет получить сына, поэтому они поклоняются Картике, сыну Дурги. И вот так они поклоняются Дурге, чтобы получить какое-то материальное богатство. Но через Бхагават-упасану, если кто-то хочет совершать Бхагават-упасану, то в этом случае он получит все. И через Бхагават-упасану можно обрести все, и чтобы все полубоги были довольны, они поклонятся по отдельности. То есть поклонение Кришне, оно... Если мы совершаем его, то все остальные полубоги, они тоже становятся довольны. Некоторые люди, например, совершают сатья-нараяна пуджу. В этом материальном мире можно найти, что какие-то люди вот совершают сатья-нараяна пуджу, чтобы обрести какие-то материальные блага. Но если они блага какое-то не получают от своего поклонения, то завтра не могу сказать, что этот нараян не авторитетен. И вот такие люди с беспокойным умом, они не могут успокоиться и начать харибаджан. И поэтому те, кто веда... Есть два вида этих людей, веда-вади и веда-виды, то есть те, кто только говорят о ведах. Они могут запомнить какие-то шлоки, объяснять их, но у них может не быть никакого осознания. А другой вид людей, веда-вид, они говорят о ведах только из своего собственного опыта, своего осознания. И вот настоящий браман, тот, кто ведавид, из-за Кришна-бхакти, они понимают, что если они будут совершать Кришна-бхакти, преданность Шри Кришне, это самое главное. И благодаря преданности Шри Кришне можно обрести все. И вот в этой бхакти-йоге, если кто-то может успокоиться и умиротворить свой ум и начать Кришна-бхакти, это зовется вьявасартхика буддхи. Материалисты, у них есть Они, материалисты, разделяются на какие-то различные цели. Но вот те, у которых есть это качество, они знают, что Кришна Бхакти, оно может дать нам абсолютно все. И вот следующая 47-я шлока. И вот Бхагаван Шри Кришна дает совет Арджуне. У Арджуна, у тебя есть право совершать карму. Но о результатах этой кармы, своих действий ты не можешь ничего делать. То есть ты можешь совершать карму, но не можешь думать или надеяться получить плоды этой кармы. Некоторые думают, что карма — это причина обусловленности, причина привязанности, но нет, привязываются люди не к действиям, а к плодам этих действий. И преданные, когда они совершают какие-то действия, это может выглядеть как карма, но это не карма. Как, например, какой-то человек готовит в матхе за какую-то зарплату, и вот он вводит служение, совершает, получает деньги за свое служение. Но его сева — это не сева, это карма зовется. Вечером другой преданный готовит, но он готовит не ради денег, а для того, чтобы Бхагаван Шри Кришна был доволен. И вот внешне можно найти, что вроде как занимаются тем же самым, что-то готовят, но утром кармы готовит, а вечером то же самое делает преданные. И вот эти два внешне одинаковых действия, они совершенно разные по своей сути. И также мы не должны думать о результатах своей кармы. Мы должны исполнять свои обязанности и не думать о их результатах. Но вот действие в преданности — это другое. Карма-рапон. Те, кто практикует, это то. Sadharma Vidmana is going to support your sadharma. So it needs explanation actually. Karma, akarma, vikarma. Karma, akarma и викарма. Я объяснял уже, это карма значит. Мы совершаем какие-то действия, которые одобряют веды. Акарма — это то, что мы... Акарма значит то, что мы делаем то, что не поддерживается ведами, а викарма значит сделание того, точнее, делание полностью наоборот того, что предписано в ведах. И вот такие действия викармы зовутся. И карма, есть различные виды кармы, и среди них викарма очень опасна. Поскольку она не предписана ведами, это причина нашего рабства, и все, что мы делаем, все, что не бхакти, это тоже может быть причина нашего рабства. Но карма, которая описывается в ведах, и мы совершаем ее, но в Бхагаватам можно видеть. Наискармам, опи, if achyuta bhavvarjito, наискармам, if not going to get the support of achyuta, achyuta means Bhagavan Sri Krishna. You are not going to take shelter of achyuta, then that karma also useless. It can put Но также, если это карма, которая не одобрена Господом, она может принести нам одни проблемы. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне, Бхагаван Шри Кришна говорит: вот сначала кармарпан идет, потом карма-тьяга, потом гьяна-йога, и так постепенно для различных людей, у них есть различные склонности, интересы, и для них предписывается то, что предписывается в свадхарме. Свадхарма значит, есть два вида объяснений. Свадхарма значит, если взять более глубокое значение, это естественная функция, естественное состояние нашей души, это Кришна-бхакти. Но Шрила Прабхупада такого говорит, что весь этот материальный мир, они не могут избавиться от влияния варнашрама-дхармы. Варнашрама-дхарма, она очень эффективна до какого-то определенного уровня, когда мы находимся в этом обусловленном состоянии. И если мы избавились, там, скажем, на 80%, на 90%, на 100% от материального состояния, но Шрила Прабхупада так говорит: до тех пор, пока мы не избавимся полностью от этого материального мира, саттва, раджа, тама, гуны, то у нас нет, мы не имеем права выйти из варнашрама-дхармы и перестать совершать какую-то карму. И в этом случае Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне: о Арджуна, ты кшатри, и в шастрах для кшатриев предписывается, что ты должен защищать жителей своей страны, и это твоя обязанность, и ты не должен избегать ее. Будь осторожен. То есть ты не должен потерять интереса к исполнению своего долга. И вот Шрила Прабхупада говорит, что варнашрама-дхарма эффективна до какого-то определенного уровня, но если мы утвердились на пути атма-дхармы, то уже варнашрама-дхарма, она не может влиять на нас. What to do, what not to do with this kind of fine judgment. Even demigods, they are confused. Что делать, а что не делать, даже полубоги не всегда могут понять. Для различных людей различные предписания даны в ведах. Но некоторые говорят, что so it is there, they are swaying, but actually not that. Actually it is written there, but ultimately what is written in Shastra, I can show you. Those who can know, и вот в Шастре говорится, что те, кто не могут например, избегать каких-то греховных действий, то они, эти греховные действия, они несут за собой расплату за эти греховные действия. И для таких людей даются какие-то советы, чтобы помочь им избавиться от их своих греховных действий. И какой результат люди могут обрести, в различных шастрах описывается. Как, например, те, кто убивают животных, они впоследствии будут убиты этими же животными. Махадев Шанкар Бхагаван говорит о Деве, о Деве. Те, кто приносит жертву различных животных, как коз и прочих, тебе, что ты думаешь о них, ты Вайшнаве. И вот Деви говорит: я отправлю их в ад навсегда. Они не смогут освободиться от таких грехов. Но в итоге Веда, она приводит в пример Кришна Бхакти, которая является идеальным решением всех проблем. Мы должны пытаться избавиться от различных видов общения и успокоить свой ум, буддхи-йога. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит: в начале всего мы должны овладеть буддхи-йогой, и с помощью этой буддхи-йоги, если мы совершаем какую-то карму, это зовется джогостха. Different kind of associations are there, so you try to avoid those associations and try to apply those buddhi yoga. That is called yogastokuru karmani, sangam takta dhananjayo, siddhya siddhyo samohutya samaptam yoga uchyate. What do you mean by yoga? Что значит йога? Техника йоги такова. И вот сиддхи и асиддхи, то есть можно достичь совершенства в йоге, можно не достичь. Что значит йога? Если наш ум, он утвердится на таком уровне, что мы будем безразличны к потерям или приобретением на нашем пути. И вот эта техника зовется йогой. И вот с ее помощью мы можем избавиться от влияния природы, материи, если мы сможем применять эту йогу в своей жизни, то различные, то это поможет нам. И вот какой-то аргумент может возникнуть в нашем уме, что кто без какой-либо цели будет совершать какую-то работу, кто будет делать что-либо без какого-то плана, без какой-то программы, цели. Это практически невозможно. И вот кто-то может привести такой аргумент. Что без цели кто делает что-либо, работает, например, или какую-то самсару совершает, или еще что-то. И вот примеры приводят с детьми. Дети, например, играют какую-то игру, и если одни разделяются на какие-то команды, если одна команда другую побеждает, они не отчаиваются. И и вот Бхагаван Шри Кришна, он говорит, 49-я шлока. О, Дананджай. Мы сейчас говорим о карма-рапоне. То есть, если мы что-либо делаем в этом материальном мире, но результат посвящаем Кришне, поскольку каждая, любая карма, любое действие, оно несет свои последствия. Как Ньютон сказал, что каждое действие, оно имеет свое противодействие, поэтому любую карму, которую мы совершаем, мы получим какой-то результат от этого. Мы получим карма-фол, этот плод кармы. Но если мы посвятим все наши плоды Кришне, то мы не будем страдать. И вот если мы совершаем карму с каким-либо желанием, это опасно. И те, кто... You can remember from 11th canto, Bhagavan Sri Krishna putting question in front of Bhagavan Sri Krishna. Бхагаван Удав, он спрашивает Бхагавана Шри Кришну, кто такой Крипан, кто такой кто такой разумный человек, кто такой неразумный. И вот Удав спрашивает у Кришны, и Бхагаван Шри Кришна отвечает, что те, кто надеются получить результат своих действий, своей кармы, они крипуны. Они подобны скупцам. So they are just influenced by they are actually following their master. They are going to follow their material mind, their master. They are going to follow material mind, their master. So they are actually keepers. И вот такие люди, они следуют своему материальному уму, и поскольку они не имеют никакого контроля над своими органами чувств, so dure nahi avaram karmo buddhi yogo dhananjayo buddhyo saranamiksha kripana falahetavaha. И те, кто скупцы, крипоны, они всегда стремятся получить какой-то результат от своих действий. Они всегда стремятся к плодам этих действий. И вот 15-я шлока, в ней говорится: и какова техника кармы? Бхагаван Шри Кришна говорит, какова техника кармы? И те, кто приняли прибежище у этой йоги, у буддхи-йоги, то те, они думают, и те, кто приняли прибежище в буддхи-йоге, то они оставляют как сукрити, так и дускрити. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что я не пытаюсь вдохновить никого не на какие-то действия. То есть люди, они сами совершают свою карму, и их карма, она становится причиной их порабощенности. И вот, приняв прибежище у буддхи-йоги, и это мой совет, пытайтесь сконцентрироваться на этом и не ожидая никакого результата, поскольку это мой совет, вы должны совершать ваши обязанности и не ожидая получить ничего взамен. И вот Джанак Махарадж и великие раджа-риши, они тоже совершали какую-то карму, но у них была такая техника, что они не привязывались и к результатам своих действий. Гачанти анамаям кармаджам кармадам кармаджам И вот те, кто маниши, манишинам, значит, но это слово применяется к тем, кто уже утвердился в буддхи-йоге и не осталось никаких привязанностей у них. Они могут видеть настоящее, прошлое, будущее. И вот те, кто достигли этого уровня, и вот они делают все без какой-либо привязанности. Джанак Махарадж, он повелевал всем миром. Почему? Не было никакого интереса у него. И вот когда Прахлад Махарадж он не был готов взять, принять это наследство своего царя, царства Симхасана. Он не хотел быть царем всего мира, но все же Нрисимхадев сказал ему, что ты должен делать это, поскольку ты должен дать пример другим, что они должны исполнять свои обязанности. И вот такие преданные, они подобны учителям для всех других. Если какие-то возвышенные или великие люди ничего не делают, то обычные люди тоже будут разочарованы, не будут исполнять свою свадарму. Они будут видеть, что кто-то, вот Прахлад Махарадж, например, они исполняют свои обязанности, то нам зачем делать? Но это плохо. И в этом случае проблемы могут возникнуть в обществе, и поэтому преданные, они, даже такие великие, как Прахлад Махарадж, они все равно исполняют свой долг, чтобы показать пример другим. Но они исполняют свою карму без ожидания что-либо получить за нее. И такое отношение, оно не приносит нам никаких проблем. They are not going to get any trouble. That's called anamayam. So karmajam buddhi yuktahi phalam takta munishinaha janmo bandho vinir muktaha padam gachanti anamayam. So Bhaktivinoda Thakur speaking. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, применяя эту буддхи-йогу, настоящие пандиты, они совершают свои действия, но не ожидают ничего взамен. И таким образом они освобождаются от влияния материи. И вот 52-я шлока. Shratavyasso suta sakya yadate mohu kalilam buddhir bhati tarishati. When your mind can go out of this, you know, mohu kalilam. Когда наш ум, он избавится от different. Mohu kalilam means actually influence of maya. If you can go out of mohu kalilam, mohu means hypnotize, you get some lucrative offer, so you give some moho. Oh, I can get it this kind. So jadate moho kalilam. So gradually, when you can totally cut all this kind of moho. И вот когда мы полностью сможем избавиться от влияния майи, иллюзии, то тогда when you can cut all different kind of influence of, you know, is going to put you in trouble and give some, you know, put you in trouble. Тогда что случится? Тогда мы сможем понять, что в Ведах описывается что-то, что является причиной нашего рабства. И тогда мы сможем развить непривязанность к таким вещам, которые ведут к нашему порабощению. И тогда никакие цветистые слова Вед не смогут одурачить нас. Мы поймем, что и тогда мы поймем то, что описывается в Ведах, и различные эти плоды от исполнения каких-либо ритуалов, они не будут вызывать у нас какого-то влечения. Мы будем полностью отрешены от них. Samadhu achala buddhis tada yogam avapsati. When Shruti Viprotipanya te yada sassati nischala. When different kind of, offering everything, then you are not going to be influenced by those offers. In that case, you can grow detachment. Nischala anasakta, you can go detachment, asitri. In that case, samadhu parameshwar, unto the lotus feet of Krishna, you can, samadhu means unto the lotus feet of Krishna, you can concentrate your mind, sthir. Then your mind can get tranquil situation, tranquility, sthir, restless. And in that case, you can understand the actual result of this bhakti yoga. You can understand. If your mind is restless, если наш ум беспокоен, то in that case you can understand. Это плохо, но если наш ум, он будет сконцентрирован на лотосных стопах Шри Кришны. То в этом случае мы можем начать сразу практиковать буддхи-йогу. И вот Арджуна спрашивает. Ститодхи ким прахасати прахасета ким асит браджет ким. Стита прагасамин уз интеллект. Вот это слово значит тот, чей ум, чей разум, он находится в Кришне. И этот человек, который достиг такого уровня, что он делает, как думает, как говорит, как его признаки всего этого. И вот стхита прагня, те, кто достиг, тот, чей ум покоится в Кришне, как они действуют, как они живут, как ходят и все остальное. И Арджуна спрашивает о Кешава. and Stitodhi Kim Pravaseta. How they are usually, how they are working, how they are leading their life, what is the symptom? Lokham, you like to know different kind of symptoms of those Stitodhi people. Those were actually settled on their mind, those are intellects resting unto the lotus feet of Krishna. They like to know the symptom, their symptom. They are so like to know the symptom. Arjuna want to get advice from Krishna. Now Bhagavan Sri Krishna speaking, Prajohati yada kamano sarvano partho manogatano atmanneva atmanatushto sthita purgosa stadochyati. What is the symptom of the sthita pragya people? И каковы признаки таких людей? Prajohati means totally. Prajohati prakishto rupena jahati. Prajohati yada kamano. When you find. И вот когда мы находим, что такие люди стхита прагня, их один из главных признаков то, что они свободны от всякого вожделения, от всяких желаний. Когда кто-то сможет избавиться от влияния всей каммы полностью, даже запаха от каммы не остается, то тогда So prajohati yada kamano sarvano partho manogatano. From mind is totally free now. И вот когда его ум полностью спокоен, то он полностью самодостаточен. Atman neva atmanatushto is he is satisfied with himself, atma, with atma. Atman neva atmanatushto sthito pragostadochyate. И в этом случае можно сказать, что он стхита, то, что он самодоволен, самодостаточен. И вот различные признаки, о которых говорит Шри Кришна. И вот 56-я. И когда мы находимся в какой-то беде, то мы чувствуем себя плохо, соответственно. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит здесь, когда различные болезненные ситуации приходят в его жизнь, то он не беспокоится совершенно об этом. Он не выражает никакого волнения. Если такой человек попадает в какую-то беду, то он совершенно не волнуется насчет этого. И для такого человека радость или страдания, он одинаково относится к ним. Битурага значит бигато рагага. Страх и гнев, он уходит. In that case you can understand is actually sthita pragya. Sthita pragya, in that case you can understand, yes, surely is sthita pragya. Ya sarvatra nahishnehastaptat prapo suhasubham navinandati na deshtin stassu pragya patishtita Как можно узнать, что кто-то достиг уровня стхита прагни, и в этом материальном мире нет ничего? То есть в этом материальном мире ничего не может привлечь его. Он полностью беспристрастен ко всему. Шуба и ашубха, что-то плохое или неблагоприятное приходит, если в его жизнь, то он не придает никакого значения этому и не волнуется. Он относится одинаково беспристрастно. Repulsion, not at all there. Na vinananti, na desti. This situation is called the situation of Sitaparga people. This condition is the condition of Sitaparga people. There is a symptom. So, now 58. Yada sanharate chayam kurmo, yada sanha. Sanharate chayam kurmo anganiva sarvasaha indriyanindiyarthe bhyos tasya pragya patishchitaha. Like tortoise, you can understand. If any problem happens, tortoise can take all limbs, hands and legs inside body. Приводится пример с черепахой, которая в момент опасности она все лапы и голову втягивает в свой панцирь. He always thinking, my sense organ doing their respective activities, I have no relation with them. Indriyani indriyarthebhyo stasya pragya patishthitaha. So, who there is sthita pragya in front of, any kind of thing, attractive thing or, anything which is dangerous, he can settle down his mind, he can calm all his hands and big mind, he can always think that my sense organ engage in sense matters, I have no attachment with that. So, he can automatically, in situation which is dangerous, like, I can give one example, Siringo, Вот Махарадж может привести пример с Шринга Муни и Шукадевом Госвами. Шукадева Госвами, Джанак Махарадж, Шукадева Госвами был проверен Джанак Махараджем. И вот Шукадева Госвами, он прошел все проверки и был, он подтвердил, что он полностью беспристрастен ко всему. И здесь также Верховный Господь, Он может проверить нас, помещая нас в различные ситуации, если мы сможем пройти все его испытания, как подобно тому, как черепаха, она все свои лапы и голову может втянуть в панцирь, и также стхита прагня. То есть все такие люди, они тоже могут контролировать свои органы чувств и вывести их от объектов наслаждения. И по этим признакам можно сказать, что какие-то люди достигли такого уровня. И вот любые привязанности, привлекательные или отвратительные вещи, они не должны нас беспокоить, притягивать нас или вызывать отвращение, соответственно. Но также может быть, что кто-то может проявлять какую-то ложную отреченность, но такие люди, они часто не способны контролировать свои органы чувств, просто на показ что-то делают. И Кришна говорит, те, кто постятся, чтобы контролировать свои органы чувств, то это не настоящий путь. И вот Кришна говорит, мы должны делать все гармонично, мы должны спать нормальное количество времени, есть в нужном количестве, все должно находиться в гармонии. Если мы слишком много едим или спим, или слишком мало, то к ничему хорошему это не приведет. Все должно быть в меру. И это называется юкта вайрагья, такая сбалансированное отречение. Если наши органы чувств, например, мы достигли пожилого возраста, лет 80, в этом случае наши органы чувств, они не работают уже. И кто-то может подумать, что человек достиг отречения, но нет. Просто достигнув какого-то возраста, там 80 лет, например, это не значит, что человек стал отреченным. Можно часто наблюдать, что люди просто не способны наслаждаться материей, что-то есть, например, или какие-то другие материальные наслаждения испытывать, но это не отречение, это просто он не способен из-за старости, но ум он привлечен к этому. Его органы чувств, они становятся слабыми, но к старости, но это далеко не то, что он обрел отречение, просто не может наслаждаться, но ум стремится к этому. А вот если ум, он уже не стремится к наслаждениям и прочему, то это уже совершенно другое. Это обычно происходит, когда мы получаем какой-то более высокий вкус апракритарасу, и тогда мы сможем оставить эти материальные расы. Вот в этой шлоке говорится, если мы у нас появится вкус к высшему, то все низшее мы автоматически сможем оставить. И без этого, не обретя вкус к высшему, очень тяжело оставить низшее. Иногда какие-то йоги, гьяни, они могут показать какую-то непривязанность, какое-то отречение, но часто можно видеть из примера, и также примеры из шастр, то какие-то люди могут совершать йогу долгое время, как Шабари Риши, например, но потом привлечься чем-то материальным и оставить свою йогу. Otherwise they cannot live. 60, the last book I can speak today. Yatato hi opi kanteyo purusasya vipaschitaha indriyani pramathini haranti prasabham manaha. Yatato opi kanteyo he kanteyo he Arjuna. О, Каунтея, о, Арджуна. Иногда кто-то пытается контролировать свои органы чувств, но все же они не могут этого делать. И те, кто, у кого есть способность различать между хорошим и плохим, но майя, она очень могущественна, она может победить нас в этом, как Аджамила, например. Он попал под влияние майи и пал. И он пытался, конечно, как-то препятствовать этому. И вот, хотя кто-то пытается что-то делать, но все же и так или иначе наш ум, он может быть, забран майей. Иногда можно наблюдать, что тот, кто не достиг уровня стхита прагни, что-то пытаются делать, все свои усилия прикладывают к тому, чтобы отречься от материи, но это не так просто, как кажется с первого взгляда. И постепенно, сегодня или завтра, майя, из-за такого сильного влияния майя, можно наблюдать, что майя некоторых людей, она побеждает, как Аджамила, например. И поэтому нельзя заявлять, что мы можем контролировать органы чувств. Мы всегда должны молиться Господу, чтобы Он помог нам в этом. И вот сейчас Чайтанья Махапрабху говорит: когда Шри Чайтанья Махапрабху наказал маленького Харидаса, то в этом случае он говорит: все органы чувств, они очень опасны, они всегда хотят что-либо получить. Все наши органы чувств, они стремятся к каким-либо материальным объектам. Сотани сарвани саньямма юкто асита матпараха васихи ясцендрияни тасса прагападаши. Тани сарвани саньямма юкто асита матпараха. Тани сарвани саньямма юкто асита матпараха. Матпараха have some attachment for Supreme Lord, growing some affinity for Supreme Lord. Matparaha. Asita matparaha. And actually, те, кто преданные, они могут принять прибежище у юкта вайраги и победить свои органы чувств. И that's why they're actually successful. They can say they're actually sthita pragya. Actual. И они могут достичь этого уровня стхита прагни. Tani means bonded indriya, all respective indriya. Tani, meaning indriyani. Tani sarvani samyammo Samjamanu controlling, yukta asita makparaha yukta vairagya, and doing bhakti unto the lotus feet of Krishna. Makparaha means Krishna is those who are showing bhakti to me, asita majukta. Samyamma, tani sarvani samyamma yukta asita makparaha, vasehi asandriyani, automatically they can gain control of a sense organ. Actually, you can say they are actually Sthita Pragna. They are actually true. Actually, they are Sthita Pragna. So nobody can put them in trouble. No situation can put them in trouble. There is a success. I can discuss in detail next day. Today my mood is not good.